Добрый день, дорогие друзья, с вами Вячеслав Кипкаев и котел Балгаз. Отопительный котел Балгаз, напомню, кто не знает, это русский котел производства Санкт-Петербург. Он проектный, поставляется на новостройки. Что с ним произошло? А у него лопнула трубка ГВС. Просто пополам, хуяк и лопнуло, вот. Я эту трубку, блядь, заебался искать и не нашел. Все, куда я не обращался, все говорили, ну, типа, на, нет у них. У Балгаза это проблема с запчастями. И я решил поступить проще. Я ее взял, вот она, вот эта трубка. Я ее взял вот здесь вот, запаял, залудил, поставил сейчас клипсу. И, собственно, он как бы по моим задумкам думал, что он будет держать. Ну да, он давление держит. Но когда я дал давление, чтобы проверить его, открываем подпиточный кран. Вот он. Слышим шум воды, который заполняет систему отопления. И что мы видим, друзья? С теплообменника льется вода. Поздравляю собственника жилья. С джекпотом он выиграл еще один теплообменник. Напомню, что, друзья, что этот теплообменник называется он битермический, он очень дорогой, заказать его целая проблема. Но вот теперь у собственника жилья и собственника этого котла будет теперь два теплообменника. Ну, на этом все. Всем добра, позитива, хорошего настроения. Не болейте, одевайте респираторы, вот, особенно женщинам. И коронавирус вам будет не страшен. Всем добра, позитива, всего хорошего. С вами был Вячеслав Кипкаев и котел Балгаз.